В фойе областной филармонии журналисты делятся последними новостями пока лишь друг с другом. О том, кто стал лауреатами губернаторской премии, своим читателям и зрителям они расскажут позднее. Вручение самой престижной награды региона в области СМИ приурочили ко Дню российской печати. Большую роль в консолидации общества играют средства массовой информации. Печатные и цифровые, федеральные, областные и районные. Все они информируют о важных событиях, анализируют происходящее, правдиво рассказывают о достижениях и планах. Непосредственно в печатных СМИ Пензенской области работают порядка 500 человек, а общий еженедельный тираж изданий – 115 тысяч экземпляров. Но 13 января свой профессиональный праздник также отмечают сотрудники интернет-изданий и телевидения. Провинция, она больше для раздумий. Вот здесь как раз хороша печать с ее очерками, подробными интервью, с текстами о людях, о их жизни, о каких-то вещах, ну, немного более глубоких. На конкурсе этого года жюри рассмотрело 99 заявок, победили 14 человек. Наш коллега Алексей Седов удостоился награды в номинации «Сделаем сами» за цикл авторских программ «Наша фишка» об импортозамещении. Этими предприятиями действительно можно гордиться. Там работают люди, беззаветно преданные своему делу, люди, которые любят родной край, без этого никак. И, соответственно, то, что у них получается, это тоже с душой. Наградами губернатора в этом году были отмечены разные СМИ, не только отдельные авторы, но и коллективы, в том числе районные газеты.